Давайте смотреть ловкача. Урон в ближнем бою за каждые два скорости атаки. А, перезайти в игру, точно. Здесь у меня прогресс полностью не скинется. Ну, не должен, конечно. И отдай гамбу. Д. Пойдем в осад. Д. Что-то еще дали, по-моему. А, нет. Казалось, что ачивка еще открылась. Так, ну давайте, ловкач. За каждый параметр скорости урон в миле. Ну не скорость атаки. Сюрикен звучит как хороший старт. Сюрикен звучит как лучшее оружие. Кинжал вора мне нравится, но это сюрикен. Нам надо бегать и метаться сюрикенами. И никогда не останавливаться. Минус 103 брони. Здесь с сюрикеном сложновато вначале деньги собирать. Скорость, его главный стат. Плюс еще один урон в ближнем. Хорошо. Ну, есть, конечно, мой любимый бесплотный топор, но... Но ведь сюрикен дальний бой. Дальний, но скейлится от мили. Двустволка, гаечный кибершар. Черри-ролл, топорик, кулак, шапка. Давайте так, топорик, кулак, шапку закрепить. Чё? Ну ты его кидаешь рукой, поэтому скейлится он от милишки. Ков, такие приколы. Что, то есть лоджик дайзу в кринж? Нет, наоборот. Блин, три регена. Ну, нет. Реген надо в какой-то момент начинать упарываться, но не так рано. Кража жизни. Блин, солнцезащитные очки звучат круто. Блин, у сюрикенов урон и критический урон x1.25 и свой шанс высокий. Жесть. Точные пушки собирать на криты. Да я вот думаю над этим, да, но... Займ. Что со скоростью атаки делать? Дали бы вначале этот... Кинжал. Мой любимый, который скорость атаки качает. Призрачный. Топор не очень захотел. Ну, кстати, персонажу уклонения хорошо собирать. Точно пятой сложности. Охренеть, как мало материалов дают. Просто нереально мало. Ладошка. 10 урона у ладошки. Ну, в целом она дешевая и клевая. Почему нет? Точное оружие. С критами. Можно, можно. Сейчас пройдем братат до 6 утра, а потом геншин. Отдыхать надо. Все, мне нравится идея с точным оружием. Точное. Просто потому, что это под сюрикен подходит. Пассивные бонусы, круто. Кажется, враги дамажат по 5.
магазине были более полезные штуки. Скорость атаки must have. Урон в ближнем мне не нужен. Найс, сюрикен. Закрепить дерево. Да, ради экономики. Хотя, да, ради экономики, да. Ну как нюх сделаешь? Типа стрим тут и на ютубе. Не, не планирую. Ну надо, надо, я все забываю, что я хочу на ютуб попробовать постримить, но... Желания не хватает. Сейчас вообще желания не хватает делать что-либо. Сами понимаете. Поэтому хочется просто сидеть и играть в крутые рогалики. Ну и в Геншин завтра. Пустынька выйдет. Да, ресурсов на этой сложности очень мало. Почему у меня броня минус 3? Я же не стою на месте. Рогатка. Звучит не очень. Мне вся милишка нужна, а не подошка. Рили. Медаль дает скорость. И вообще все важное, кроме минус крита, но... Итак... Если он ли YouTube, там Max Online 200 будет. Ты серьезно думаю, так думаешь? Если я завтра подрублю YouTube, там будет 2000. Если мы будем пустыню на YouTube вместо Твича смотреть. Если мы будем на Твиче смотреть, на Твиче косарь соберется. На Твиче будет больше онлайна, чем... Ой, на YouTube будет больше онлайна, чем на Твиче. Это 100%. Причем в два раза, скорее всего. Ты очень сильно ошибаешься. Да, люди не знают, что я типа стримлю на YouTube, но им в рекоменд закинет, скорее всего. YouTube очень любит рекоменд пихать стримы. Удачка, хорошо, урон. В целом, да, есть милишный, значит, надо накачивать процентный. Медицинская точная. Уведомление еще приходит, что ютубер начал стрим. Ну, вот тем более. Я хочу это его залочить. Это не буду брать. Если сам рекоменд настраивать. Да все равно будет. Я вам гарантирую. Как минимум придут люди с Твича. Узнав об этом. Где угодно. Типа, в ВКшке. В телеге, в дискорде. Там еще с ютуб подтянутся. Стримить на ютубе очень и очень выгодно. Очень выгодно. Да, вернулся к пятой сложности после простенького пацифиста и такой, ух. А как это вообще выигрывать-то? Я уже думал, сдох, 4 хп. Скорость атаки, ну, дают легендарную, надо брать. Топорик сам бесполезный. Блин, очень хочу еще более сильные эти сюрикены. Хочу много сюрикенов. Хочу, чтобы билд был весь построен на сюрикенах.
Чтобы мне не приходилось к врагам подходить. Чекаем, кстати, сколько у меня скорости атаки? 25. Накачает ли эпический кинжал хоть что-то? Ответ — да, должен, если я не сдохну. Как же больно! Дерево было, блин, вообще ничего не собрал, очень плохо. Давай хп возьмем. Нож синий. Много точного оружия, много критов. Скорость атаки качнулась, но чуть-чуть качнулась за прошлую битву. И нельзя стоять на месте, нельзя об этом забывать. О боже мой, охренеть, я урона получил. Сколько было? 26? 28 за эту битву, плюс 2% скорости атаки. Кинжал эпический. Как всегда, тащит. Очень хочется немножко брони. Я возьму немножко брони. Я вроде стараюсь не стоять на месте, так что минус урон небольшой все-таки нужен. Скорость бега. Нет, 9 хп важнее. Еще призрачный камень. Кремень, вернее. Ждать, пока эпический придет. Второй не брать. Здесь нож еще критов добавляет. Критов тут у меня и так супер мало. Кролик хорош. Кролик супер хорош. Синий камень больше, чем серый нож. Камня даже урона больше, кстати. Единственное, что делает нож, это... у кремня, вернее. Это у него x3 крит шанс. Ой, блин, я чуть этот не разобрал. О, стоп, урон в ближнем. Не, лучше скорость качать. Нахер мне урон в ближнем. Урон в ближнем, урон в дальнем. Это говно. Топорик. Блин, был бы нож. На какой волне босс? На 20-й. Как же байтит. Есть реген. У меня очень много хп. Я думаю, есть смысл немножко выйти в 13 регена и... Да, я возьму все это. Ну, по очереди, по чуть-чуть, но возьму. Сдохнем на боссе, на боссах, потому что их два. Чего-то урона не хватает. Чё-то всё. Десять урона от моба. Серьезно, от мелкого, маленького моба. Давайте попробуем фермера.
Сбор плюс 30, сбор увеличивается еще дополнительно, выпадающие материалы плюс минус 50. Все модификаторы урона минус 50. Фермер должен быть с двухстволкой, ну или с палками. Да, фермера на пятое я тоже точно не представляю. Все модификаторы урона ослаблены. Материалов меньше. Давайте фермера попробуем, не знаю, на второй сложности. Блин, может фермера с палками? Раз у него... А, стоп, модификаторы типа урон минус 25. А урон палки тоже как модификатор считается? А хер его знает. А посмотрим. Новые враги цены. Враги становятся сильнее. Не, ладошки нет. Давайте на второй. Бьет по 8 пока. Сверху дерево было, да? А, сбор. Ну, на один брони. О, сбор. Что, максимум рерол в палке? Не приходит. Собрать один дополнительный материал, давай. Дерево. Фермер не ваншотает деревья, наверное, нет. Блин, он же фермер, почему деревья не ваншотает? Я не понял, сбор увеличивается на 5, на 10% при каждой аптеке. А, то есть сейчас он получит 41 будет, да? Ну, 42 даже. Ага. Блин, уклон неплохо. Наверное. Еще нож. Эх. Че-то... Какой-то кинжал вора билд пошел. Сумка. Сумка круто. Или ровно 39, а сумку закрепим. Ни одной палки. Ну, типа, что поделаешь, рандом. Через сбор ладошки было бы лучше. Вообще, наверное, да. Но только не ладошки нужны, а... Блин, не, наверное, ладошки. Ладошки, милишка, что-нибудь такое. Ну да, он же типа на сборе играет. Он плюс удачи, это хорошо всегда. Сумку взять. Ножницы. Да, плюс 10% это сильно, но, блин, опять же, был бы сбор, я бы никого не убил в первой локе. То есть, ну, с ладошкой, вернее, я бы никого не убил в первой локе. Это же, блин, не пацифист, чтобы с ладошками играть. Чтобы опыт получать. Мне нужен урон, чтобы жить, you know?
Да бывает, ну... Я хер знает. Тот детектор не взять. Главный его стат. У ладошки же не ноль урона. Но я на нее посмотрел перед тем, как выбрать палку. И увидел... один. Так что... ну, как бы вам сказать... О, жесть. Сбор фруктов, ага. Фух, тяжко. Ладно, давайте последний забег на сегодня. Попробуем хороший забег сделать. Я подумываю насчет однорукого солдата. Модификации урона в дальнем бою усилены. Крит удар, дальность, макс УЗ. Играй через тайзеры. Ну, кстати, тайзеры прикольно звучит. Наверное. И огонь. И урон стихий. Да, я хочу пострелять одноруким. Скорость атаки, все модификации типа урон усиленные. Типа надо попробовать призрачным топором нафармить урона. Мне лучше брать рейнджовую пушку, потому что... и посох-то не предлагают. Сюрикен. Дробаш 0.42. Дробаш предлагаю. Эхли, пятая сложность, однорукий. Блин, она одной рукой дробовик держит. Кек. Еще раз, все модификаторы урона увеличены, да? Мне не пришло ни одного модификатора урона. Плюс 10% вместо 5. Деревья уничтожаются, да иди в сраку. 7 урона, минус 2, макс хп. Минус стихийка, кража жизни. Вампирка ему точно нужна. Я думаю, я даже минус сбор себе сделаю. Хотя рано в вампирку выходить, но... по-хорошему, надо удачу, чтобы найти какое-то легендарное оружие. Топором по плюс 2. Ну вообще, кстати, да, и правда топором круто было бы. Вначале точно надо было топор брать. А дальше уже свичиться на что-то еще. Но я хочу дальний урон. Дали камень. Еще кража жизни. Ах. Сумка. Давай сумку. Сумка. В ранней игре хорошо, если хоть одну коробку получится найти. Просто я хотел ренджовую пушку, потому что милишный сложнее в первых зонах много врагов убить и заработать. Ауч, что? Дальность, ох.
Вон ближки. Закачнул. Этот забег фокусируется на урон плюс скорость атаки, но немного в деф, а не в сбор. Не, ну конечно же не сбор, да. Уродливый зуб. Замедление врагов для этого персонажа очень круто звучит. Наверное. Хотя он их убивать должен. А, не знаю. Мне кажется, это трата денег. В ИТе можно взять один зуб, а так... Да, это ошибка. Блин, может и правда взять топор, собирающий урон, это лучше в самом начале. Да можно что-нибудь нормальное. Ну давай удачу, лягушонок. 6 урона. Ну тут 2 двустволка. Все еще не ваншотает мелких. Звучит очень отстойно. Тут сама по себе двустволка круто. Убивание есть. Я же там лочил сумку, да? И уже взял ее, по-моему. Ха, кража жизни. Окей. Кажется, я знаю выход в этом... В этой катке урон в дальнем. Плюс 6. Уже по 14. Опа-на! Па-па-па-пау! Па-па-пау! Берем и пытаемся дожить до этой штуки. Да ладно, как я сдох-то? 9 хп. Так, ладно, еще раз. Хочу нормальный забег за однорукого. Призрачный топор, поехали. Плюс 1 сила. А то есть плюс 2, по сути. 8 здоровья при сборе материала, минус дальний урон. Блин, я бы это... Плюс первый предмет, блин. Уклонение, сбор, минус урон. Круто. Скорость атаки, дальность, минус броня. Урон в ближнем. Минус 2 для крита. Это можно взять. Дерево не взять. Удобрение не взять. Кофе не взять. Дерево закрепить хотя бы. Ничего не буду закреплять. Нахрен. Успел, блин. Чтобы еще врагов убил. Урон в дальнем. Я в любом случае в дальний бой пойду потом.
Макс ХП, поехали дальше. Да, скорость атаки бесполезна, у нас и так 200. Это оверкап, тут диминишинг очевидный. Чем больше скорости атаки, тем меньше скорости атаки. Сейчас с сумкой. А, там не было сумки. Была бы сумка, был бы круто. Мишка Берсерк. Ну не разбирать же его. Ну чуть-чуть скорости атаки. Ну ладно, лишними будет за минус одну броню, конечно, но... Урон в дальнем еще качаем. Общий урон. И так качается у нас чуть-чуть. Блин, удачи нихера нет. О, сумка, привет. И когда она себя окупит, не знаю. Нет. По-моему, я сейчас сдохну на четвертой волне. А может быть, не сдохну и наоборот нафармлю кучу статов на маленьких мопсах. Слушайте, кто говорил, что чел видел каких-то мобов, которых я не видел? Как? Которых у меня нет. Почему я все еще не увидел? О, сумка уже окупила себя. И топор действительно офигенный. Ты издеваешься. Да. Стихийный магазин, урон в дальнем. Минус 20%, это шило на мыло. Копье 2. Что, пора менять? Ну, типа, мне нужна любая пушка с нормальным уроном. Топор пока все ваншотает более-менее. ХЗ даже. Должно стать труднее. Вот я тоже так, типа, думаю, а что делать-то? Может, пора? Наверное, да. Раз дали хорошую пушку, берем. Ну... Проблема в том, что я не милишкой хотел играть, а ренджом. А еще копьем из-за его дальности на самом деле... Немножко сложно управлять, и можно сейчас уже сдохнуть. Еле-еле. Ну, хотя бы две коробки. Взрывной урон, ну да, если... Если будет взрывной урон, стихийный урон, ладно. Скорость. Ну, кстати, скорость лишней сейчас не будет. Удачку бы качнуть... Ну, качну Максу за. Покупать я его никогда в жизни сам не хочу. Он не очень быстро окупится в войте, разве что. Привратник. Бесполезно. Тележка. Фух. Надо удачу качать. Я не знаю. Я без удачи ничего найти сейчас не могу. Призрачный скипетр. Да, я же говорю, ничего не могу найти. Просто профриспинил магазин. Замах копья говно. Ну, то есть, типа... АОЕшность копья говно. Копье, расскажи свою АОЕшность. Вот когда она случайно бьет не в ту сторону, ты такой, а, да, спасибо.
Не успею дерево убить уже. Урон в ближнем, да чтоб тебя. Плюс 6. Ну ладно, у меня любое оружие на самом деле все еще сойдет. Есть сумка, нужно дерево. Ну, видимо, это забег с копьем. Охренеть, оно не ваншотает моба. Кстати, сюрикен. Ну, если. Мне кажется, с копьем нужно, ну, может быть, надо брать в менюшке самому наводить урон. Я хз, ща минуту. Я думаю, что с такой скоростью атаки я сам не справлюсь, тем более не стреляв в этой игре самостоятельно ни разу. Мне очень не нравится копье, как оружие. Еще урон в ближнем, да иди ты нахрен, скорость. Урон минус дальность. Исковая пила. Вампирить будет. Вообще медицинские пушки охренительно звучат. 50% урона дополнительного. Да вот я думаю насчет пилы, но вряд ли. Я даже не ваншотаю больших. О, бой. Хотя я только что урон качнул. Криты ваншотают. Что такое криты, да? Не знаю, однорукий с милишкой звучит очень плохо. А еще и с такой точечной милишкой, как копье. Больше хп с расходников берем, купон берем. Вонение броня, броня берем. Стоя на месте, ей, кулак. 0.19 скорость атаки. Не, дорого и бессмысленно. Вот этот топорик клевый, у него скорость атаки шикарная. Плюс броня, минус крону нельзя, наверное, брать. Это я больше потеряю, чем получу. Радиус взрыва. Ну, у меня есть уже урон взрыва, если мне повезет найти взрывное что-то. Понадеюсь на ракетницу или шреддер. Это будет сильно. Ох, больно, больно, больно. Не, ну, пока идем, но... Блин, на руки в принципе сильный персонаж, поэтому неудивительно.
что пока живем. Уклонение, сбор на минус все тычки. Нет. Крит, хп, уклонение, стихийка. Хп. 8% общего. Рогатка. Ух, 3 отскока делает. Урон 37. Переходим или остаемся на милишке? Милишка очень много врагов убивает. Рогатка будет убивать по 3 врага. По-моему, нет. Мне нужно теперь только искать ракетницу, я думаю. Я... Или шреддер какой-нибудь хороший. Ну, каковы шанс? 16 флет на чем? На миле у меня? Да, я помню. Я помню. Сюрикен. Вот сюрикен будет хорош, в отличие от рогатки. Причем в той же точке, где и в прошлый раз умер на этом. Еще одна попытка. Ну, тут нужна оранжевая пушка. Тут нужно успеть, ну, вначале накачать топором, а потом брать оранжевую. Они сплитятся туда-сюда. Брал урон от взрыв и внезапно рогатка. Давай удачу. Чем удачливее мы, тем больше шанс на нормальную пушку. Правильно? Урон хорошо. 15% урона. Который мы и так накачиваем, но все же. А как он одной рукой в ракетницу будет ракеты запихивать? Вон, так можно про любое оранжевое оружие сказать, про любой магазин. Мы уже как-то решили, ему надо миниган. Да, конечно, но... Кинжал, ну да, это явно сильнее. Торт урон отнимает. Где удача? Удача! Шокер. Не, минус удача. Найти топор 2, то можно до пятой волны посидеть. Призрачный-то. Ну, с призрачным топором 2 можно и до 10 в теории, а потом только искать этот. Так, давно ты тут? Он там все это время бегал, да? Кто-нибудь его видел? Потому что я не видел. Триоза. Стартовая хп прям сильно помогает пережить. Уточка, единички не хватает на уточку. О, боже мой. Опасно, блин. Девять хп, ух.
Броня, конечно, круто тоже, но... А ведь топор пришел. Играть с призрачным до финала, максимум топор под конец, свич... Не-не-не, не до финала. Но можно играть довольно долго с ним, да. Он очень проседает по скорости. В любом случае нужно свичиться на рейнджовое. Я бы уже сказал, что мне сейчас надо свичиться на рейнджовое. Я, блин, сдох. Такой хороший забег был со вторым топором. Ну... Я и предмет нашел. И урона апнул. Минус удача. Да, круто. Но я его все равно возьму. Кражу жизни или броньку. Ультравезение опять. По идее, у него скорость атаки качнулась. Ну и, конечно же, процент будет быстрее капать. Ну как не успел-то? Ну где? Ну что? Ну... Процент урона качать сейчас, наверное, бессмысленно. Надо качать броню, макс хп и так далее. Хоть какая-то броня, минус 10 урона. Вон дальним стихийным, минус скорость. Я пытаюсь удачу искать, но не нахожу. Неужели надо, блин, копить? Смотрите на его бедные глаза. Дубинка как-то совсем плоха. Нет, хороша, но на одном определенном персонаже. Удача. Наконец-то, а то у меня минус 6. Сбор. Ха-ха. Минус броня. Удача. Блин, еще есть этот. Ну ладно. Сколько уже? 20% урона накопил. Вау, броня. Хо-хо, эпическая. Еще топор. Я думаю, я буду... Окей, ну не, вряд ли. Да, а, не надо меня байтить. Нет, я хочу на рейнджовое переходить. 29 дэмэджа. О, oh, no.
Ну, придется на первое оранжевое эпическое переходить, хорошее. Ну все, сейчас здесь и помрем, походу. Надо ренжовое брать. Я, кстати, почти сдох. ХП. Брони много, ХП мало. Ну не шокер же. Процентов урона надо брать. С другой стороны, урон-то я и так накачал пока что. Процентный. Я эпики все равно не возьму. На синьку я меняться не хочу. Кинжал не должен быть топ. Призрачный топор явно круче. Я, конечно, попробую это пережить сейчас. Может быть, за счет дополнительного 8 хп. Я псих с топором. А да как ты во мне прям появилась, херня? А-а-а, помогите! 5 секунд. Дайте ренджовое, урон в дальнем бою. Да-да-да-да, беру, пожалуйста, беру. Беру. Кража жизни. Первую кражу жизни можно взять. Опять призрачный топор. Дайте нормальную ренджовую. Снаряды пробивают цель, это так круто, но... Я не могу это брать. Сюрикен. У меня нет миличного урона, я не знаю, он 20 сколько всего делает, он слабее, чем топор. Ренджовое оружие, ура, я нашел его. 27 бьет, 0.33 секунды. Нет, это кринж, это кринж. Если в начале дают, может и прикольно, а так это кринж. Привратник. Ну, дайте нормальную пушку. Ну ладно, рип, походу рип. Не знаю, какие сейчас враги, но... Надо просто выжить. Надо выжить до тех пор, пока я не найду пистолет, пулемет или... Или шреддер, или ракетницу, что угодно. Я по чуть не сдох. Инженерия плюс один. Ладно. Чекайте, не хватит 6. Металлодетектор. Сомнительное зелье. Я беру урон в дальнем бою. Мне дают шокер, который... Саппортная пушка. И дамажит горением. Может, пистолет взять?
Враги после гибели могут взорваться, нанося милишный урон. 17. Сбор минус 12. Десятипроцентный шанс, очень мало. Помогите. О, этих я вообще не убиваю. Реально надо было брать пистолет. Кто это? Он в меня влетел, да? Я сейчас никого здесь не убью, не заработаю экономики и вообще сдохну. Но я очень попытаюсь выжить. Я сейчас любую рейнджовую пушку возьму. Любую, абсолютно любую. Что дадут? Ну, сюрикен это не рейнджовая, ну, лазерная. 0.75. Ну, поехали. Одноглазый червь минус дальность. Дальность здесь не нужна. А пробивает? У нее пробивание один. Конкретно в этой миссии топор был бы лучше. Против вот этих блобсов. Ладно, последние попытки на поиграть на одноруком увенчались рипом.